Hello, everybody, dear peoples. Let's begin today's our English lesson. And get ready. Take your books, notebooks, English, and open your books and open your notebooks. Open your books on page 244. There's a new theme, our new theme today's traffic rules. Unit 14C, Traffic Rules, Lesson 134. Здравствуйте, дорогие ученики. Приготовьтесь к уроку английского языка. Сейчас откройте книгу, страницу 244. Тут у нас есть новая тема, 14 раздел, C. Traffic rules. Traffic rules. Что такое traffic rules? Что это обозначает вообще? Traffic rules. Сейчас я вам объясню, что такое traffic rules. Traffic rules переводится на русский правила движения. Правила движения. В этом уроке мы с вами будем поговорить о правила движения. Traffic rules. On page 244, traffic rules, lesson 134. Exercise 1, look at traffic scenes you can see in the street. What they mean? Смотрите на этой картинке. Ты можешь встретить их на улицах. Что это обозначает вообще-то? Traffic rules. Первый, например, ты можешь встретить на улицах. Первый – это светофор. Второй – налево поворачивать запрещено. Третий. Третий – это идти прямо, да? Можно ездить прямо. Четвертая картинка – controlled zone, то есть контрольная зона. Вот здесь расписание есть, например, это знак здесь, то есть такое место от понедельника до пятницы 8:30 до 6:30 нельзя припарковаться, здесь контролируется контрольная зона. А суббота 8:30 до 1:30 часов будет, то есть короткая контрольная зона будет в субботу, а воскресенье уже свободное. B. Match the scenes with their meanings. То есть надо выбрать подходящий раздел, да, предложение надо выбрать. A. You can turn left here. Какой из них подходит? You can turn left here. Ты не можешь поворачивать налево здесь. Какой подходит? Правильно, да. Вторая картинка подходит. B. You have to stop. Ты можешь останавливаться, да? Okay, вот светофор, да, первый подходит. На B первый подходит. Ты можешь остановиться, когда красный свет горит, ты можешь остановиться. C. You don't have to pay on Sundays. Ты не можешь платить в воскресенье. То есть это контрольная зона, платная зона, да, платная стоянка может быть. А когда здесь нет Sunday, то есть нет воскресенья. Воскресенье, ты не можешь платить воскресенье, то есть воскресенье свободно. D. You can only go straight. Ты можешь только идти вперед, да? Ты можешь идти вперед. Третья картинка подходит это. Next. Look at the highlight verbs in exercise 1B. Which verb means? Вы обратите внимание на, то есть криво написано слово can't, have, don't have,
can. Вот эти слова. Обратите, смотрите, и, что эти глаголы, что это обозначает. Первый. It is very important, necessary to do something. If you don't do it, you will have a serious problem. Have to. Вот have to это обозначает очень важная вещь, если это очень важно, что ли. Если ты не можешь сделать это, у тебя, если ты не соблюдаешь это, have to, вот у тебя появляются серьезные проблемы. Второй. It is not necessary to do something. You can do it if you want. Ты, это не очень важная вещь. Да? You can do it if you want. Ты можешь делать это, если ты этого хочешь. То есть, какой из них подходит? То есть, на второй подходит don't have to. На второй подходит это, да? Don't have to. Подходит. То есть ты, если хочешь это делать, да, ты можешь это. Третий. It's okay to do something. Это все нормально, да, сделать что-нибудь. If you do it, there is no any problem. Если ты сделаешь это, ну, не будет никакого проблемы. То есть здесь подходит какой? Здесь подходит, да. Can, можешь. Can где? Can у нас вот на D есть. Can подходит на третий. Четвертый. It's not okay to do something. Здесь не все в порядке. Сделать что-нибудь. If you do it, you will have a serious problem. Если ты сделаешь это, у тебя появляются серьезные проблемы. То есть здесь подходит какой? Can't. Can't подходит. Где can't? Вот здесь на E есть can't. Can't подходит. Вот так, дорогие ученики. В этом уроке вы будете использовать модальные глаголы have to для выражения обязательства. И вы научитесь использовать модальный глагол don't have to для выражения отсутствие необходимости. И вы научитесь в этом уроке использовать модальный глагол can, can't для выражения разрешения и запрета. Do you understand me? Вам ясно, да? Okay. And we have exercise 3. Look at the pronunciation of have to and don't have to. Listen and repeat after the audition. Exercise 3. Look at the pronunciation of have to and don't have to. Listen and repeat after the teacher. You have to stop. You don't have to pay. Вот, ребята, have to, да? Произносится это have to. Have to. You have to stop. You don't have to pay. Have to. Вот это слова вы перепишите в словарь. Have to. Транскрипция есть. Have to. Have to это переводится на русский. Have to, то есть на русский будет иметь. Да, иметь. Например, you have to stop. Ты имеешь остановиться. You don't have to pay. Ты не имеешь платить. Don't have to. Don't have to это не имеешь, да? Don't have to, не имеешь. I have to, имеешь. Иметь, не иметь. Да, вот так будет у нас. Read the sentence. Exercise 4. You have to go. You have to buy a ticket. You don't have to come early. You don't have to drink it. You have to get up early. Dear pupils, your task, write down to your notebooks this grammar. And send me your photos. Так, дорогие ученики, вы должны переписать это правило использования, да, как использовать.